городском дворце культуры состоялся грандиозный гала-концерт смотра конкурса «Студенческая весна-2014» Воронежского государственного архитектурно-строительного университета в рамках творческого фестиваля «Арт-квадрат». По итогам нескольких отборочных дней жюри определило финалистов. Лучшие номера исполнили студенты, аспиранты и преподаватели в ГАСУ 8 факультетов и филиала вуза в Борисоглебске. Студенческая весна-2014 Воронежского государственного архитектурно-строительного университета – это не только фейерверк талантов, молодости и студенческого задора, но и сотни новых друзей, радость общения, взаимное обогащение творческими идеями и огромное поле положительной энергетики, в которое попадают не только студенты и преподавательский состав, но и приглашенные зрители. Участники своими оригинальными номерами, костюмами и декорациями создали мощный эмоциональный всплеск в зрительном зале и наполнили его своей творческой энергией. Буквально недавно был день открытых дверей, и когда у меня родители спрашивают, а необходимо ли помимо ЕГЭ в личное дело вкладывать дипломы о пении, удостоверения о музыкальных техникумах или училищах, кто где игрался, я, обращаясь к родителям, сказал: обязательно. Даже если студент у нас более скромный, но он где-то учился играть на каком-то инструменте, мы обязательно поднимем его личное дело, мы его найдем и заставим во второй половине дня играть на этом инструменте для того, чтобы студенческая среда у нас была единой и во второй половине дня занимались только тем, чтобы приносили друг другу радость. Поэтому такого рода мероприятия для нас, они уже традиционные, и можно сказать, уже и вузы привыкли, что наша студенческая весна занимает первое место среди вузов, что, я и надеюсь, произойдет и в этот раз. Сергей Александрович, вы не раз говорили, в том числе и в интервью нашего канала, о том, что очень много проводят различных мероприятий, да, молодежных, развлекательных, что, может быть, вы задумываетесь о том, что и сами поучаствуете в подобных, вот, так сказать, сабантуйчиках таких студенческих веснах, может быть, какой-то КВН и еще так. На сегодняшний момент, конечно, таких идей нет. Я больше всего занят стратегией развития университета. Но я хочу сказать, что я от себя максимально прикладываю все усилия для студенческого самоуправления. И здесь студенты, если вносят какие-либо интересные проекты, конечно, я буду рядом, они будут чувствовать мою поддержку, я все сделаю для того, чтобы у них это получалось. Наибольшее количество номеров на гала-концерте представил международный факультет. Они были порой эксцентричны по содержанию и по названию, как, например, «Безумие Моцарта» или «Зависть Сальери». Yeah.
Все участники смотра конкурса «Студенческая весна-2014» Воронежского государственного архитектурно-строительного университета получили дипломы и грамоты. Третье место разделили факультет экономики, менеджмента и информационных технологий и строительный факультет. Второе – архитектурный и факультет инженерных систем и сооружений. А первое место и статуэтку, переходящий приз победителей, получил международный факультет.